Эй, мужчина, парень, мужик, а ну-ка переставай делать то, чем ты там обычно занимаешься, типа хватит смотреть футбол, чинить карбюратор, жарить суп, обсуждать титьки или смотреть Джо-Джо. То, что я тебе сейчас расскажу, очень важно, потому что ты не должен быть белым цис-мужчиной-угнетателем. Понял? Что-что-что, ты считаешь, что всегда вежлив и обходителен с девушками? Сраный угнетатель, женщинам не нужно особое отношение. Или может ты считаешь, что ты сычуешь дома, никогда не общаешься с девушками и никак не можешь никого угнетать? Господи, да ты настолько очевидный сексист, что я даже объяснять тебе не буду, насколько ты шовинистская сволочь. Поэтому для тебя кусок тестостерона, думающий пенисом, этот краткий курс того, как не быть цис-угнетателем. Во-первых, никак, лучше сдохни, у тебя ничего не выйдет. Во-вторых, Ника вот такая классная, да, ее видосы просто прелесть. В-третьих, помни, что если ты говоришь, что ты не сексист, то ты сексист. Потому что только сексисты говорят, что они не сексисты. А если ты не говоришь, что ты не сексист, то ты еще больше сексист, потому что ты даже не видишь проблем в своем сексизме. Может, ты еще не видишь проблем в сексуальных домогательствах, или в рабстве, или в фашизме, или в изюме в мясных блюдах, больной ты ублюдок. Чтобы спасти Россию, мы должны освободить ее от сексизма и наполнить сладким запахом феминизма. Да как ты смеешь критиковать пакет Яровой? Что-то не уверен, чтобы так его критиковал, если бы его придумал какой-нибудь уважаемый белый мужчина вроде Дмитрия Медведева. Феминизм — это не слово мужского рода. Феминизм — это новая парадигма, по которой должна жить Россия на пути к своему величию. Потому что Россия женского рода. Россия матушка. Россия кормилица. Россия чемпионка. Поэтому ты, белый цис-мужчина-угнетатель, должен сделать своей прекрасной даме и всему женскому полу огромный подарок на 8 марта. Ты должен подарить ей будущее и 18 марта пойти на выборы и поддержать весь женский род. И я тоже это сделаю. Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа.